Так, я измерила Аню. Талия 55, длина изделия, длина юбки 30 сантиметров. У меня есть прямоугольник. Короткая его сторона 64, а так вся ширина ткани, по-моему, 1,40 м. И вот это вот все пойдет у меня на юбку и резиночка. Первым, что я делаю, во-первых, надо выровнять, чтобы это был ровный прямоугольник. Я его складываю короткими сторонами, вот, лицом вовнутрь, хотя мне здесь не важно, где лицо. И даю строчку, сшиваю. Оставляю вот такое отверстие, чтобы потом подшить кулиску. Делаю вот так вот строчечку. Так, строчку я дала. Вот сшила и разутюжила. И теперь сделаем вот что. Соединяю вот этот шов один, да, задний. Вот так вот. Вот здесь отверстие же остается. Оно будет внутри. Это будет изнанка. А вот будет лицо. Соединяем этот край. Теперь нам нужно сделать еще две строчки. Создать кулиску. Так, как я это буду делать? Я возьму и мне нужно вот здесь отложить. Ну, сколько? Сантиметра 3. И тут сантиметра 3. Там какая у вас резинка, смотря. И вот таким вот образом я скалю. Вот я скалула. Теперь мне нужно через вот эту дырочку вот так вот подлезть. И дать строчку. Одно здесь по краю, другую 3 сантиметра от края. И здесь, где, кстати, шов, там нужно будет сделать несколько закрепок, чтобы потом отсюда и резинку вставить на кулиску. И вот таким образом вывернуть. Сделала я вот две строчки. Вот так вот. И теперь нужно это все дело назад вывернуть. Так. Надеюсь, вывернется. Так, давай, хорошая моя. Лазь сюда. О, вуаля. Так. Почти все готово. Теперь нужно вот так вот. Вот здесь вот. Можно, конечно, здесь пустить строчку по талии, да, вот так, чтобы она не было перегиба. Но я сейчас резинку ставлю. И, в принципе, это не принципиально. Нужно просто проутюжить. Резинку буду вставлять через это отверстие. Резинка. Вставляю. Ну, в общем, классика жанра. Юбка вот уже готова. Где тут шов? Где шов? Где шов? Вот шов. Ну, он внутри. Все, можно примерять. Это у меня такая шляпка. Ты пошила шляпку себе? Да.